Приветствую всех любителей бокса. Мы находимся на открытой тренировке главных участников вечера бокса от K2 Promotions Ukrainian, который состоится вечером 22 февраля на Ледовой арене в Броварах. Поединок, который откроет центральную часть вечера бокса и который я рекомендую к просмотру, это противостояние в 8 раундах в среднем весе Дмитрия Митрофанова и Улугбека Сабирова из Узбекистана, 21-летнего проспекта, который, собственно говоря, может огорчить 30-летнего Дмитрия Митрофанова. Несколько слов о Дмитрии. После того, как Усик ушел из Украины на большие арены Великобритании и Америки, только одного Дениса Беринчика и ушедшего уже из K2 Promotions Олега Малиновского стало явно не хватать, поэтому был подписан контракт с Дмитрием Митрофановым. И пока, скажем так, Дмитрий говорит о том, что он хочет стать чемпионом мира, но для этого у него очень мало времени. 30 лет – это уже тот возраст, когда многие боксеры уже стали чемпионами мира, расстались со своими титулами и готовятся к выходу на пенсию, ожидая великих боев за великие деньги. Но, тем не менее, для Дмитрия это будет 9-й поединок. Пока он идет довольно-таки неплохо. Мы помним его впечатляющие победы, особенно в последних поединках. Но и качество соперника в этих поединках, скажем так, было не ахти. И Улугбек как раз тот парень, который может проверить Дмитрия Митрофанова не только на профпригодность, скажем так, продолжение своей профессиональной карьеры, но и на стойкость. Улугбек Сабиров – это боксер, который очень хорошо умеет боксировать. Если вы посмотрите те поединки, которые можно найти в сети, вы увидите, как, во-первых, очень хорошая работа ног, умение работать как с дистанции, так и в ближнем бою, умение выбирать цели и четко работать по этим целям акцентированными достаточно мощными ударами. Безусловно, что в противостоянии с Дмитрием Митрофановым у Улугбека главное, что должно быть в его действиях, его стиле, это быстрая работа ног. Дмитрий очень любит, когда соперник перед ним застаивается. Тогда Дмитрий спокойно может выбрать цель и очень быстро атакуя, особенно очень хлестким ударом левой, может зацепить. А если зацепит, то, конечно же, выйдет на ближнюю дистанцию и разобьет. Так что у Улугбека быстрые ноги, быстрые удары и постоянно растаскивать Дмитрия по канатам, заходя ему за спину. Вот, собственно говоря, и весь как бы алгоритм, с которым должен работать Улугбек. Теперь о результате этого, возможном результате этого поединка. Конечно же, для Улугбека желательной бы была победа нокаутом, то есть досрочная победа. Может ли это случиться? Маловероятно, поскольку мы видели, что даже в жестких противостояниях, что Дмитрий Митрофанов может держать удары. Если Улугбек собирается побеждать, то ему нужно быть крайне убедительным в каждом из 8 раундов боя и практически, по крайней мере, в 5 раундах из 8 сделать так, чтобы Дмитрий Митрофанов оказался на канвасе. Понятно, что решением судей Улугбеку победу вряд ли отдадут. Разве что, опять же, он не будет достаточно убедительным, чтобы судьи ставили ему в каждом раунде победу. Мы предполагаем, что Дмитрий Митрофанов, если победит, то победит решением судей. Ну, а Улугбек, у него только один выход. Надо выходить и побеждать досрочно Дмитрия Митрофанова. Еще раз повторюсь, этот поединок я очень рекомендую к просмотру, поскольку здесь будет все, что необходимо для тех, кто любит бокс, и для тех, кто любит нокаут. Поэтому
Поэтому смотрите этот поединок, заходите на наш YouTube-канал, подписывайтесь на него, делитесь нашими видео, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. Если сможете нам помочь, будем признательны вам в этом. А вот как это сделать, прочитайте в описании под этим видео. Пишите нам по адресу нашей электронной почты theringshow@gmail.com. Заходите на наш информационно-аналитический ресурс theboxing.com.ua. И помните, даже предсказывая поединок, все будет бокс.